Вот я вам скажу, друзья, вот такую штуку. Это притча. Это должны знать все. Как-то раз две девочки с крыши бросались по людям камнями. Одна добрая девочка, одна злая. Добрая девочка попала в людей 5 раз, а злая девочка всего 3 раза. Поэтому так всегда. Добро побеждает зло. Мама говорит, сонечко, счастье мое, я решила вам на свадьбу с Фирой подарить трехспальную кровать. Маме, зачем нам трехспальная кровать? Сомочка, сыночек, неужели ты думаешь, что мама таки тебя оставит одного с чужой женщины? Карнавал, бал такой, все гуляют, танцуют, все веселятся, все пьяные, все разможенные. И одна дама такая, и вдруг ее один мужчина хватает, зажимает куда-то в угол, затискивает так, чтобы никто не видел. Она, ой, перестаньте, Сергей Петрович, ой, перестаньте, Сергей Петрович, что вы делаете? Ой, боже мой, как вы целуете меня в грудь, ой, боже мой, как вы меня ласкаете. Ой, Сергей Петрович, вы сегодня не такой, как всегда. А, собственно, я и не Сергей Петрович.